9 мая на центральных улицах Казани состоялось шествие акции «Бессмертный полк». К колонии идущих традиционно присоединился и Казанский федеральный университет. Место сбора чтущих память героев было организовано на улице Карла Маркса, а резервными точками входа стали пункты на улицах Нужен и Астрономическая у Казанского федерального университета. Сотни тысяч людей со всей Казани и ближайших городов Татарстана прошли по значимым местам города, гордо держа в руках фотографии дедушек и бабушек, родственников и просто близких людей. Сегодня мы все собрались студенты, преподаватели, чтобы пройти в едином строю со всем народом России, показать свою солидарность, вспомнить тех, кто ушел от нас, кто защищал нашу Родину. Сегодня в Бессмертном полку фотографии тех людей, кто сделал все для того, чтобы мы сегодня жили счастливо, чтобы над нами сияло солнце, чтобы у нас была хорошая жизнь. Традиционно наше университетское сообщество ежегодно объединяется 9 мая и принимает участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», когда мы всем нашим коллективом дружным принимаем участие в нашей акции, которая проходит на территории города Казани. В этом году после двухлетнего перерыва жители смогли вновь окунуться в атмосферу единства и оказать уважение подвигу прадедов. Длина маршрута составила 2 километра 700 метров, где конечной точкой стала площадь Тысячелетия. Именно там и прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наша армия воевала против фашистов. У меня есть имя, 3 прадеда, которые воевали против нацистской Германии. Они освободили Югославию и Венгрию. И все-таки Европа, так как я из этого континента, то есть она должна помнить все, что сделала советская армия в это время, потому что она практически спасла весь мир. Это мой дедушка, Коновалов Вадим Алексеевич. Он выпускник Казанского университета. Ушел в июне сразу же вместе со студентами на практике и пропал без вести. Вероятно, под Москвой, потому что последнее от него письмо пришло в октябре 41-го года из-под Москвы. Также немаловажно, что среди участников Великой Отечественной войны было немало преподавателей, сотрудников и студентов Казанского университета, которые в первые дни войны отправились на фронт добровольцами. Казанский федеральный университет чтит память павших и ежегодно присоединяется к шествию акции «Бессмертный полк». Карина Саяхова, Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз.